радостное сообщение для переселенцев по программе реновации от правительства Москвы. График переселения хрущевок власти обнародуют в начале 2018 года. Неужели? Хотя обещали в конце 2017 года. Но хоть так. Руководитель департамента строительства города Москвы Пучкарев Андрей Юрьевич утверждает, что у города уже есть готовые дома, предназначенные для переселенцев по программе реновации. Только где эти дома? Кто переедет первый? Реновация, как обещают власти, должна закончиться в 2032 году. Будем ждать.